Сергей Сергеев интересуется обстоятельствами возникновения пожара. Что случилось вообще? Что это за горелость? Это поджог был, то есть воровство с поджогом. А что украли? Украли компьютеры, в основном. И чтобы замести следы, подожгли там. И выгорела эта комната с небольшим повреждением. Ну там дверь наверху есть. Вот еще с той стороны, с улицы. Они ночью залезли через дверь, она открыта была, щеколда. Прошли сюда, поковырялись, тут что-то там эти сейфы поскрывали, потому что мы когда пришли, мелочь была вот так разбросана. Из-за этой мелочи детвора Виноградного, а это более 200 детей из 100 взрослых, не имеет возможности участвовать в турнирах, посещать свои любимые спортивные кружки. Сколько у вас преподавателей? 50 человек. Сегодня вот какие неудобства отсутствие вот этого зала создает для детей? Мы не можем проводить турниры, собирать здесь соревнования. Прежде всего, турниры не можем. А он, и, конечно, что самый большой? Спортзал все же. Нет, у нас еще джигинки есть, спортзальчик. Ну, он примерно такого же типа, размера примерно. Вот. Ну, мы же его починили. Да, да, отремонтировали. Джигинки, спасибо, да. Отремонтировали. Это, конечно, сейчас здорово. И там уже сейчас, уже 7 числа состоится турнир с приглашением Тимрюка. Я вас тоже приглашаю посетить этот турнир. Спасибо. Вся документация для начала ремонтных работ готова. Вопрос начальнику управления образования. У нас есть смета, которая прошла ценообразование. Это на сегодня уже 4 миллиона 134. А где она прошла ценообразование? Наша? В Краснодаре. В Краснодаре прошла ценообразование. Так вы хотите с краевыми деньгами, да? Ну, с краевыми деньгами пока вопрос не решен. Осмотрев помещение и оценив хорошее отопление зала, глава города пообещал всяческую поддержку в ремонте излюбленного места спортивного досуга виноградницев и попросил их дружными усилиями подготовить зал к ремонту.